думаю, что сегодня мы делали слишком много ошибок. И просто на этом уровне, когда делаешь много ошибок, невозможно выиграть. Я думаю, что в конце втором четверти, четвертом просто слишком много ошибок. И могу сказать, что вообще мы не играли плохо, мы играли даже лучше, чем они. Но когда сделали 17 ошибок, и после каждой ошибки они забивают, тогда почти невозможно выиграть.